Обзор наших покупок из Азбуки Вкуса. Так, что мы взяли? Взяли такой хлеб с оливками и травами. Вроде такой вкусный. Потом печенье. Такое безглютеновые. Они вкусные? Вкусные, приятные. Вкусные, говорят. Не, не пробовала. Зато безглютеновые. Ой, такую колбаску трех видов. Нарезка. Из Италии колбаска. Потом капуста брюссельская. Макароны. Ну, один попробовали, такой не очень. Какой-то крем противный. Там макароны хоть дорогие, но не вкусные. Затем такой протеиновый йогурт. Еще ни разу не пробовали. И мороженое протеиновое. Но мы его уже съели, чтобы не растаяло. Протеиновое мороженое, оно без сахара. Такое не сладкое. Это паста такая. Тоже без глютена. Глютен-фри. Из красной чечевицы. Тоже еще мы такого не ели. Затем папайя. Ой, какая тяжелая. Папайя стоит 1150 за килограмм. Не так получилось. 1700. Папайя. Ой, ой, покатилась. Потом молоко. Конечно, мы уже покупали такое. Но только другой фирмы. Это, мне кажется, из Золобио. Тут больше консерватов, чем том. Но там не было, не помню. Кишью и кокос. Где оно сделано? Где молоко сделано? Потом масло авокадо взяли. Масло авокадо и кокосовое масло. Вот. Это стекло хотя бы? Это стекло. Затем третий пакетик. Здесь шампунь японский с органовым маслом и кокосом. Так. Затем еще такое масло взяли. Масло какао. Там оно такое тоже твердое. Его, да, его тоже надо топить, как вот и кокосовое масло. Вот. Но его можно еще и пить. И есть. Ой, есть тоже можно. Это равиоли с грибами. Купили. Потом такой сыр Маздам из Швейцарии. И сыра, конечно, там не так уж и много, чтобы как во Франции или Италии. Вот. Затем купили спаржу. Это тмин. Спагетти купили с чернилами каракатицы. А это что такое? Это морские гребешки купили. Ну, они там запечатаны. Ой! На, распечатай. Ну, этот йогурт Альпро. Он без этого, без молочного белка, на соевом молоке. Что еще? А, ну еще и сыр. Сыр грюйер швейцарский. И все. Вот столько покупок. И вышли. А и гребешки эти. Ой, не знаю, гребешки стоят 1000 рублей. В общем, все там дорого. Вот еще вышло, не знаю. Нам очень большие денежки. Где-то около 10 000 рублей. 10 000 или даже сколько? 15. Это все. Вот. Продукты очень-очень вкусные. Сейчас мы их съедим.